смог добыли четвертую победу в рамках Лиги ВТБ. И это несмотря на кадровый дефицит. Накануне в Минске в гостях «Красный Октябрь» и команда Игоря Грищука убедительно смотрелась на протяжении трех четвертей. А вот четвертую проиграла чистую. Вообще практически не было ротации. И все-таки американские игроки с приличным уровнем в команде соперника. И элементарно, может, не хватило нам каких-то 2-3 минут лишних отдыха. И поэтому мы втроем, защитники, все закончили игру на скамейке за перебором фолов. Впрочем, удержать перевес все же удалось. 89-84.